И всем привет, с Миллион Геймер, и это обзор модов Гаррис Мод. Какой у нас сегодня мод? У нас сегодня мод Five Nights at Freddy's. Ладно, пойдем в эту карту. Ладно, мы уже в игре, и сейчас я вам покажу аниматроников. Оружия тут ничего нету. NPC. Вот эти аниматроники. Давай начнем с Бонни. Сейчас попробуем убить его. Вот как его убить? Он спускается вот так. Убить его очень долго, конечно же. Ох, но шотганом его убить очень быстро. Да, бедный Бонни. Давай-ка тебя снова. Теперь Чику тоже. Охренеть, это так страшно. О, а вот эти, вот этот Фредди и голова Бонни, это вы, когда, например, Five Nights at Freddy's вы проиграли, и там показывают Game Over, такой столик, Фредди и Бонни, маска Бонни. Посмотрим, какой скример у Чики. Да, увидели. Блин, сменю сейчас скин. О, сейчас моего любимого. Так, модельки Shadow. Все, у меня моделька Shadow. Передвинуть их можно. Теперь посмотрим у нас Фокси. Где Фокси? Интересно, а где Фокси? Вот теперь у нас тут Фокси. Он бегает, как вот Бонни, Чика, как другие. И сейчас посмотрим, они прыгать умеют? Нет, прыгать они не умеют. Ну посмотрим теперь Скрим Фокси. Сложно его сейчас показать, но сейчас. Блин, а вот сейчас нет, Чики. Вот, теперь можно. Ну, этот скрим неофициальный от Скотта, это от Гаррис Мода сделали. Вообще нравится костюм. И снова появился она. И что-то у нас лагает Фокси. Теперь давай Фредди. Фредди у нас тоже такой обычный. А теперь его... Только такой скрим, когда электричество закончилось. По-другому показать никак. Ладно, я хотя бы вас оставлю. А теперь перейдем дальше. О, это странно. Окей, перейдем дальше. Перейдем к Five Nights at Freddy's 2 аниматроникам. Давай Мангу. И марионетку. Вообще, марионетка очень быстрая. Баунбой. И вообще скрима нету, я не знаю, что он вообще делает. Просто если он к нам подвигался и... То есть звук там. Так, кто это? А, там Золотой Фредди. Той Золотой Фредди, я же не нуб. И еще фиолетовый парень. И еще той Бонни. И еще той Чика. И еще той Фредди. И что-то они не убираются, ребят. Баг какой-то. Ну, бывают же баги.
Вот, моя метка очень быстрая. И what the fuck. О, сколько тут еще. Давай золотого Фредди, давай золотого Фредди. Почему снова марионетка? Ну ладно, мы сейчас уберем марионетку. Задолбала мне эта психушка. Да, а вот теперь у нас той Бонни. Какого аниматроника еще не посмотрели. Вот, например, вот видите? Мы сейчас его показали или нет? Нет, мы его не показывали. А теперь да. Давай. Блин. Все, с меня хватит марионетка. Уходи нахрен. Где марионетка? Блин, ты марионетка тупая. Задолбала. Задолбала. Все, давай. Блин. Теперь как убрать марионетку? Снова побегать. Понял. Все, идите в воду. Марионетка не умирает. И золотой Фредди тоже. И вот фиолетовый парень просто нас убивает с одним ударом. И да, у него есть такой нож. Смотрите. Бомбой ничего не делает. С меня хватит. Тупорылая. Все, уходи. Нет. И фиолетовый парень тоже. Залбали уже нахрен. Ребят, боже мой, ненавижу эту марионетку. Все, она мне надоела. И все. Нет, не удаляется. Ее только убить надо. Вот как его бить вообще? Гитлер поможет? Гитлер, где ты? Вася, куда пропал? Гитлер, не мешай. Нихуя. Той Фрей. What the fuck? Че это такое за хуйня? Оп, все, кидаем тебе нахрен. Давай к бомбою. Теперь можно наконец-то. Ненавижу фиолетового человека. Ни хрена, куда у нас марионетка ушла? Ну это хорошо, что они ушли. Гитлер, где ты был все это время, Вася? О, Гитлер против фиолетового человека. Давай, Mortal Kombat. Дын-дын-дын. Блин, ну умри, ей-богу, уже тупая. Тупорылая. РПГ! Чего вы тут до сих пор остались? Окей, это конец обзора мода. Короче, если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Если вы хотите снова какие-то обзоры мода, пишите в комментарии и ставьте лайки. А с вами был Леон Геймер. Всем бай-бай.